Острая тема супружеских измен и причин, которые к ним приводят, последствия расплаты за сиюминутное увлечение, пронзительная игра актеров и тонкий юмор. Все это переплетено в иронической драме «Цена удовольствия», премьера которой состоялась в Брестском театре драмы. И чем же она вам так понравилась? И вы еще спрашиваете? Это же прелестнейшее поэтическое создание, а? Я радуюсь за вас. Таких, именно таких женщин и нужно в наше время. Именно таких. Красавица, полная жизни и правды. Спектакль изначально не был включен в репертуарный план театра на текущий год. Для получения разрешения руководству даже пришлось обращаться в Министерство культуры. А работа в качестве режиссера стала дебютной для Евгении Годун, которая закончила режиссерский факультет, однако знакома зрителям в качестве актрисы Брестского драмтеатра. Он припоминал лиловое лицо какой-то шведки, которая выкрикивала фразу: «Мужчина, угостите шампанским!» Театр для меня – это очень сумасшедшая сила, которая перепахивает человеческие души. И поэтому самое важное для меня – это была мысль. И я надеюсь, что это самое главное – в моем спектакле. Я надеюсь, что мне удалось ее донести. На протяжении полутора часов перед зрителем разворачивается несколько миниатюр с разными персонажами и их душевными переживаниями. Объединяет все сюжеты лишь то, что в каждом из них присутствует измена. Чехову, по мотивам рассказов которого поставлен спектакль, и самому довелось пережить ее горечь. А понять и прочувствовать эмоции персонажей зрителю помогает пространство малого зала, продуманные костюмы, декорации, музыка и цвета. Фон. Я обожаю черное-белое, потому что белое – это как чистый лист бумаги, а черное – оно, вот этот вот лист сам, он его выделяет. Когда рождаемся, мы чистый лист бумаги. Точно так же здесь затронута тема семьи. То есть ведь семья, когда рождается, да, мы на чистом листе бумаги ставим свои подписи, что муж и жена. Да? И вот на этом листе дальше творится история. В какое русло она пойдет, никто не знает, никто не застрахован. По окончании спектакля зрители искупали актеров в овациях. Премьера прошла успешно и наверняка станет одним из фаворитов сезона. Актеры просто великолепные, молодежь такая талантливая. И присутствует и пантомима, и акробатика. Иногда мне казалось, что это не Чехов. Потом я опять ловилась на мысли, что это Чехов. То есть вот настолько вот интересно. Шедевральная постановка. Очень важная тема. И сыграли проникновенно, сильно, задело за живое. Я не ожидала, честно говоря, такого впечатления. Малая сцена всегда, она как-то особо располагает, потому что видишь актеров, чувствуешь все их эмоции. Поэтому спектакль очень понравился. Буду всем советовать. Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук ТВ».